мы, земляки, очень широко всегда отмечаем день рождения нашего земляка. И следующий год для нас будет определяющим. 170 лет со дня рождения. Постановлением мэрии города этот год в городе Череповце назван годом Верещагина. И поэтому не только в городе, но и во всей Российской Федерации пройдет огромное количество мероприятий, посвященных нашему знаменитому земляку. Таких мероприятий порядка 40. Впервые в следующем году в наш город будет экспонироваться картина нашего великого земляка здесь, в городе Череповце, которую посетят практически все и увидят все жители нашего города. Я надеюсь на то, что те традиционные мероприятия, которые мы проводим ежегодно, они будут символизировать нашу память и гордость о нашем великом земляке, художнике-баталисте. Сейчас 169-я годовщина. В следующем году 170-е со дня рождения. Но памятника в России, вот кроме этого, нету ни в Москве, нигде. Я все это говорю только с одной целью. Чтобы вы поняли меня, с каким чувством я приезжаю в Череповец. Город, который воздвиг ему памятник. Город, который его помнит. Город, который проводит конференции научные. Город, в котором музей Верещагина. Я страшно благодарен всем, кто чтит память Василия Васильевича Верещагина.